Привет всем, вы на канале Decent Art, это обзор магазина на 22 июня, поехали! Так, сейчас я капельку настройки покручу, хотя бы вот так вот. И поехали. И сегодня у нас хочется лагонет. Ну-ка. Так, ну да, без вступления, потому что я заметил, там звука нету. Вау. О, ебать, короче, как обычно по нашей программе, мы будем быстро все смотреть. Как обычно по нашей программе, мы будем все смотреть аккуратненько, так быстренько, а потом... Чё? А чё так... А, на реколлер. Класс бури. А, ну это старое. Ну это крутое тоже. Стрела. Короче, по нашей программе мы пока быстро смотрим, а потом медленно рассматриваем все скины. Ебать, а что-то круто. Короче, подождите, а что реально так круто? Это все за 1200? 1800 лосер фруит. Она красивая. У меня сердечко лопнуло. Я отойду на секунду. Животик виден. Алло, ребята, я люблю, когда животик виден. И у него прям офигеть. Ну правда, она доска полнейшая, но кому это ебёт, если у нее скин очень крутой. Да, классный скин. Пипец. Капец. Офигеть. Ну, тупо порадовали эпики. Я знаю про эту фишку, смотрел, она офигенно подходит. О, боже. Ну, шторм. Я на другие скины не могу сейчас смотреть адекватно. Мне прям жестко зашли те скины. Бля. Не, ну все, все остальные скины не хочу смотреть. Короче, на сегодня Лози Фруит просто захватитель, блин, сердечко, она офигенная. Бля, что-то круто. Пиздец. Ну, ой, маты пошли. Упс. Ладно, еще гром клевый. Четко Аташа для любителя. Да, не, ну все. Это по сути весь обзор. Давайте посмотрим больше арты. Я чутка забыл про арты, поэтому сейчас не будем париться. Просто посмотрим 10 фотографий. Из общей коллекции артов. Первый арт у нас что-то с небом, да. Интересно. Бомбистская идеалистка. Это чел. Прикольный арт. Полисмены, так сказать, приехали за вами. А, еще что-то. Я не помню, какой по счету. Еще 4 раза тыкну и все. Вот это топово. Очень топово. Аля, какая картиночка. Идем дальше. Еее. Добычица, как обычно, в своем репертуаре. И фенечка, которая вчера была. Ну и все, это, по сути, было 10 артов. Так, с вами был Decent Art. Я с вами прощаюсь. Сегодня совсем коротко, но, бля, что делать? Сегодня магазин такой. Давайте. Всего хорошего. До скорых встреч. Кстати, сегодня стримы будут. Реал жизни. На телефоне, на Твиче, не на Ютубе. На Ютубе не дают, пока 1000 не наберешь. Если интересно, то, ну, как проснусь и пойду за шавой, так будут стримы. Давайте.